читальном зале научной библиотеки колледжа искусств открылась книжно-иллюстративная выставка «Великий сын чешского народа», посвященная 180-летию со дня рождения Антона Гетбуржика. Чешская национальная музыкальная школа обязана своим становлением выдающимся композиторам Бельчику Сметане и Антонину Дворжику. Путь Дворжика к композиторскому творчеству был непростым. В начале карьеры он прославился как органист, затем долгое время был известен как виртуозный скрипач и альтист. Из числа наиболее известных работ Дворжика представлены партитурно-симфония номер 9 из «Нового света», написанная в США, «Реквием», опера «Русалка», «Серенады». Уже в раннем произведениях широко используются мотивы и элементы народной музыки Моравии и Богемии, что делало его истинно чешским композитором. Ряд его сочинений тесно связаны с фольклором. Моравские дуэты, славянские танцы, циклы чешских, словацких, цыганских народных песен в обработке для хора. Эти произведения свидетельствуют о большом композиторском даровании и мастерстве, глубокой связи с чешской музыкальной культурой. На нашей выставке несколько монографий о Дворжике и его творчестве, воспоминания, а также исследования его симфонических и камерно-инструментальных работ. Дополняет выставку «Тедеум», «Стабат матер», «Библейская песнь», «Концерт для фортепиано с оркестром», «Увертюры».